Я покажу, как бы это уже цветут, это уже не годятся. Ну, годятся, но надо, чтобы было. Покажи. Вот эти молодые, которые только начинают, или даже вот такие. Они очень нежные, нежные. Да? Вот это. Как бы я вот так начинаю. Оп. Вот так начинаю. Да, вот это лишнее. Да? И мама, это будет только пускаться в себе. До конца. Вот такие, как есть, скручиваем. Ничего с ним не делал. Еще побродит, скажем так, да? Мокрой тряпочкой накрыли. Бумага не чистая, может быть, какой-то полотенце, наверное. Также мы отделим цветочки сегодня, чтобы их тоже так же в чай. Да, их просто не надо. Ну все, да, чуть-чуть. И дать колорит чай, да? Да. Об этом надо говорить. Вот что получается. Такое. Надо меньше объем получается, естественно. Ну, это уже готовый продукт, можно его уже в чай заваривать, чай. Ну да, мы выбрали метод на воздухе, просто на воздухе сушить, не в духовке. Некоторые сушат в духовке. Но тогда теряется много качества, и поэтому если человек хочет крепче, то можно в духовке, а если... Хотя потом нальем и покажем, какой чай получится. Вот такой.
Thank you.